С момента регистрации брака все имущество, подаренное супругам, если оно подарено обоим супругам, является общим. Если это имущество было подарено уже в момент, когда брак зарегистрирован, но одному супругу, то тогда вступает в силу исключение в семейном кодексе, которое говорит, что имущество, унаследованное или подаренное, является личной собственностью каждого супруга. Поэтому здесь нужно быть внимательным. Действительно, у нас были в практике случаи, когда видеозаписью свадебного пиршества, причем вот теми самыми обрезками, которые обычно вырезают и оставляют где-нибудь у операторов, мы доказывали, что имущество было подарено лично одному из супругов. То есть даже такие случаи бывают. Не выкидывайте видеозаписи.